пени, которые возникли по авансовым платежам за 2021 год. По налогу на земельному мы вопрос с налоговым органом урегулировали. 140 миллионов рублей. Сумма общей задолженности в муниципальный бюджет. 32 должника отчитались перед комиссией о причинах возникновения долгов и сроках погашения. В процессе подготовки к заседанию комиссии часть задолженности была погашена либо урегулирована. Это почти 40%. Это достаточно неплохой результат. Сегодня можно отметить, что территориальные управления все-таки отрабатывают задолженность, работают с задолженниками, выявляют, либо принимают меры. В частности, обращаются в налоговые органы. Это уже пятое заседание комиссии с начала года. За это время с должников взыскали 400 миллионов рублей. Предотвратить накопление задолженности – главная цель. С ней в Одинцовском округе справляются. Однако работа в этом направлении должна идти на опережение, считают в комиссии. В идеале вообще не допускать долгов. Эмилия Аркелян, Николай Бирюков, телекомпания «Одинцова».